подходим потихонечку. Вокруг такая красота. Солнышко светит. Но рыбы пока нет. Многие уже уехали еще с утра даже. Цапли летают, утки, еще какие-то птички. Прям как заповедник. А все скорее тут заповедник и есть. Вот вместо леща поймал такого вот ёршика. Думаю, что-то дергает и дергает. Заглотил, похоже, весь конкретно. Там кораблик побольше. Аж два толкача тянут. Один впереди, другой сзади. Внизу. Только бросил блесну. И вот такой вот попался. Маленький, не знаю, жерех что ли. Что-то рыбка такая. Блесна вот эта вот у меня маленькая. Всегда на нее ловится. Видно, нет. А эти вот новые купил. Ни хрена на них не берет. Этот вот лобля. Вот эта блесна большая. Не знаю. Щереночек попался на эту же блесну. Вот на нее только и берет. Еще боржа идет, аж двойная. Время обед. Жара, спина промокла. Надо искупаться. Да перекусить немножко. Ушли мы далековато. Так, здесь такой бережок песчаный. Купаться хорошо здесь. Так, пока чай остывает, жилет сохнет, спина промокла. Чайку налил, маленько остынет. То горячий. И тут вот такая тишина везде. Природа, лес. Как на острове. Хорошо. Вот такой дикий пляж. Песок. Здесь мелко-мелко. Вот аж до суда, до лодки можно дойти. Такой бычажок. Течения нет. Тишина. Можно отдыхать.